пытается прорваться сюда. Если рядом кто-то есть, помогите! Наши задницы. Они все лезут и лезут, никак не уймутся. Достали. Будто разворошили осиное гнездо. Там машины! Черт! Врача! Ты полезай на ту стену! По мне уже колокол прозвонил. Проблемы! Грузовик, он едет к воротам! Роджерс, сварочный аппарат внутри. Фути брал его последним. Ищи. А ты за мной. Тащите железо. Если понадобится, снимите двери камер. Ясно? Тогда за дело. Времени мало. Проблемы? Нет. Твари лезли по стене, но мы их сняли. Дверь. Вроде не страшно. Жить будешь. Прижми посильней. Знаешь, я ведь уже собирался в отставку. Думал, будет скучно. Эй, представишь нас, или так и будем болтаться унылым говном? Манеры! А, иди ты, Вёрджил, не до того. Говорил же, грубая речь — это признак... Ты не носишь значок! Нет, я не ношу значок. Надо подсчитать потери. Но мы же пумы! Вообще-то нет. Слушай, я ношу значок. И шериф тоже носит значок. И этот... простите, кто это? Один из моих помощников. Ты же говорил, что их всех схватили. Почти всех. Говорят, наш друг заставил эдемщиков попотеть. Вот как. Что ж, тогда впрягайся. Халявщики нам тут не нужны. Трэсси хорошая, вы подружитесь. Кстати, она права. Дел у нас тут хватает. Поспрашивай. Рад, что ты с нами. Ну ладно. Как дела? Рад, что у нас есть... Ты молодчина, салага.
Но Вера не терпит неповиновения. Говорят, реку уже патрулируют вооруженные сектанты. К тому же она пустила в ход верных, самых матерых бойцов секты. Будь начеку. Туман сгущается. Он вызывает галлюцинации. Смотри, не надышись им. Иначе кончишь, как маршал. До связи. Подойди на секунду. Честно говоря, не думал, что увижу тебя снова. После аварии я помню туман, поля. А потом я увидел ее. Ты ведь тоже ее видел, да? Все, что она говорит, все, что обещает, это все ложь. Держись от нее подальше или кончишь, как маршал. Блажь стирает воспоминания, освобождает. Хочется остаться в ней навсегда. Но это ложь, все ложь. Если бы Вёрджил и Трейси не нашли меня, я бы остался там, в море блажи. Узник собственного разума. Они спасли мне жизнь. Пумы, они хорошие ребята, но уже на грани. Мы должны им помочь. Больше некому. А вот еще что. У нас есть доктор. Ну, ветеринар вообще, но он старается как может. Пару часов назад он исчез. Никто не знает, в чем дело. Поищи его, ладно? Моя жена... Привет. Упокой Господь ее душу. Здравствуй. Научила меня штопать носки. Оказалось... Да кто бы мог подумать, что тюрьма станет оплотом сопротивления? Кажется, шериф знает, что делает. Я видел Трейси, она себе на уме, а Вёрджил... Ну, Вёрджил есть Вёрджил. Не парься насчет политики. Делай все, что в твоих силах. Будем на связи. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Спасибо, что помог отбить тюрьму. Пора похоронить мертвых, почтить память. А после закончим наше дело. Верят ему. Вера умеет только лгать. Слава богу, что здесь правит бал шериф Уайтхорс. Умением стрелять я обязана. Вот увидишь. Это они дали мне в руки оружие. Рад тебя видеть, помощник. Что ты знаешь о блаже? У нас есть важное дело. Остановить Веру. Она забрала у меня все. Мою работу, мой брак, моего сына. Все из-за блажи. Ты один из нас. Ты Пума. Мы помогаем друг другу. И мне нужна твоя помощь. Знаешь, где вода честная станция? Сектанты сливают туда эту дрянь. Представляешь? Льют блажь в питьевую воду. Они просто чудовища. Ну, пришла пора ей за все ответить. Скажу прямо, надо этому положить конец. Что думаешь? Знаешь, чего не хватает в этой тюрьме? Декор. Скатерочек, занавесочек. Один уверенщик говорил, что у них запасов еды хватит на 5 лет. Как-то трудно это поверить. Ты освободил тюрьму и сделал округу большое одолжение. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Отдаю должное сектантам. Они готовят людей на ура. Ублюдки научили меня шить. Веришь? Каждый раз, когда я пришиваю пуговицу... Отличный бой ты дал в тюрьме. Здравствуй.
разносят блажь по всему округу. Увидишь еще – уничтожь, сделай доброе дело. Если эти парни убивают людей, то пусть не удивляются, что с ними обходятся так же. Ну, ты понимаешь? Thank you.
Если не останавливаться, ангелы меня не догонят. Все, порядок. Спасибо, помощник. Чудом выжил. Вера тебя найдет. Кузина говорит, сектанты хватают людей на дорогах рядом с обителью. Насильно обращают. Типа это для их же блага. Вот жесть, представляешь? Круто ты поработал в тюрьме. Сектанты обосновались в воющей пещере. Они отлавливают волков, чтобы сделать из них судей. Эдем, ты об этом пожалеешь. Thank you.
Ты остановишь воду, но не остановишь блажь. Пропал бы. Сектанты обосновались в воющей пещере. Они отлавливают волков, чтобы сделать из них судей. Они вооружены до зубов, но нас это не остановит. Мы позвали тебя в наш дом и в наше сердце. Уверуй в путь, и обретешь все ответы. Сейчас даже наши враги ищут спасения. Мы созданы не для этого. Наш путь ведет нас прочь от этого мира сейчас. В такие времена всем нужен совет. Мы должны быть бдительны. Должны быть сильны. Смотри же, и ты все поймешь сам. Ведь стоит этому миру узреть то, что мы создали здесь, в Новом Эдеме. Любовь. И они придут, чтобы забрать плоды трудов наших. Ты судишь? Судишь нас?
судишь наш труд. Говорят, что я безумен. Но просыпаясь по утрам, ты читаешь те же новости, что и я. И что, неужели тебе не страшно? Это и есть мир? Это? Тот мир, что мы оставим своим детям? Люди все больше разобщены. Кругом возводят стены. Потому что лидеры слабы и беспомощны. Тираны одурманены своей властью. Я не просил об этом. Я был избран. Грядет конец всего сущего. Ты ведь знаешь. Да, знаешь. Человечество слабо и уязвимо. Мы мчимся навстречу своей гибели, и нет никого, кто хотел бы действовать. Я это вижу, ты это видишь. Мы не безумны. Так что же нам делать? Расслабиться и ждать неизбежного? Поверь мне, я далеко не идеален. Но я видел, что нас ждет, и решил действовать. Вести. Люди разобщены. И наш единственный шанс — это вернуться к тому, что мы потеряли. К былой невинности. К безопасности и защите. К Эдему. Я спасу тебя. Тебе нужна вера. Эй! 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 Открой глаза! Давай, колье, адреналин! Ну! Все, успокойся! Успокойся ты! Лежи тихо, ясно? Боже мой, ты напугал нас до усрачки. Эй, шериф, у нас не все вернулись, вроде... С кем был Бёрк? С Грейди вроде бы, но... Ну и где Грейди? О, боже. А ты, отдыхай, отсыпайся. Чёрт. Выходишь из блажи слишком быстро, мозги становятся раком только так. Америке есть чему поучиться у Фолс-Энда. Почти все, чем мы тут пользуемся, мы делаем сами. А то, что сломалось, мы не выбрасываем, а чиним. Я боялся, что ты сгинул в блаже, помощник. Слава богу, шериф в порядке. Помоги людям, чем сможешь. Но такого она представить не могла. Катрина и ее команда пропали. Есть новости? Спасибо за работу, салага!